Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области нестабильная. Ежедневно в регионе регистрируют свыше сотни новых случаев COVID-19. За последние две недели заболеваемость коронавирусом выросла в два раза. В связи с этим принято новое постановление главного санитарного врача об усилении карантина. Оно вступает в силу 29 июля. Торгово-развлекательные центры, салоны красоты, а также фитнес-центры, спортивные комплексы и предприятия общепита, использующие приложение «Ашик», переходят на укороченный режим рабочего времени с 9:00 до 17 часов дня. А те, кого нет в системе, смогут принимать клиентов лишь до полудня. Кроме того, запрещены нерегулярные автобусные перевозки внутри региона и между областями. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия. Ограничительные меры вводят и в Кызылординской области. За последние сутки COVID-19 там заразились 168 жителей, 19 из которых – дети. Большая часть инфицированных приходится на областной центр. По словам врачей, нагрузка на лечебные учреждения города растет. Загруженность стационаров сейчас составляет 90%. Большинство пациентов находятся в тяжелом состоянии. Согласно постановлению, выходные дни приостанавливается движение общественного транспорта. Несмотря на участие в проекте «Ашик», в субботу и в воскресенье будут закрыты торговые и игровые центры, а также городской парк культуры и отдыха. Кроме того, в рабочие дни ограничена деятельность объектов общепита. При заполнении не более 50% до 20:00 часов смогут работать участники проекта «Ашик». Вне данного проекта объектам общепита разрешено работать только до 17:00 часов.